Житель столицы решил наладить производство значков со световозвращающим эффектом, чтобы пешехода на темной дороге было видно издалека. Первую партию значков он передал ГАИ. Подробности у Аллы Горбатенко. Сейчас начинает темнеть уже в 4 часа вечера. Пешеходов в темной одежде плохо видно даже на освещенных улицах города. А на трассе такой пешеход представляет серьезную угрозу и для себя, и для водителя. Вечером и взрослого пешехода на дороге не всегда видно. Что уж говорить о детях. У Александра их трое. Часто возвращаются с тренировки, когда уже темно. Идею попробовать самому делать световозвращающие элементы для одежды многодетный папа вынашивал давно. Реализовать задуманное получилось благодаря недавней акции ГАИ. Меня натолкнула работа нашей государственной автоинспекции. И вот как бы те случаи, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, когда пешеходы попадают под автомобили просто потому, что водитель их не видел. Такие случаи очень нередки, и избежать их можно вполне простым методом. Александр показывает несколько значков. Накануне сделал пробную партию в 200 штук. Рисунки разные, но эффект у всех один. Такой значок водитель точно заметит, потому что он буквально сияет в свете фар. А значит, делает пешехода видимым на дороге. В основе специальная пленка, которая используется для дорожных знаков и других дорожных элементов. Есть варианты, допустим, наклейка. Но она отклеивается, и плюс не все готовы на одежду что-то наклеивать, не всегда это уместно, да. Ленточка, ну тоже это надо повязывать, снимать все, вот. Какие-то более дорогие варианты, ну тут ответ как раз, они дорогие. Значок чем хорош, он маленький, он металлический, то есть он, как сказать, вандалоустойчивый. Вот такой значок можно прицепить на любую одежду. Здесь вот есть специальная булавочка. Все предельно просто. Вот сюда цепляем и становимся светоотражаемыми. Прикрепить значки можно не только к одежде. Светоотражающий элемент украсит и рюкзак за спиной. Так получится сразу двойной оберег. Первую партию Александр решил передать в ГАИ для акции «Засветись», чтобы невидимок на дороге стало меньше. Алла Горбатенко и Михаил Белый, ТСВ.